Всем здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться рецептом салат фузилия с горчичной заправкой. Для начала отварим макароны. Томаты нарезаем дольками, сельдерей и красный лук мелким кубиком. В макароны добавляем нарезанные овощи, оливки и перец халапеньо. Теперь приготовим заправку. И для начала сделаем чесночное масло. Натираем чеснок на мелкой терке, добавляем оливковое масло и протираем через сито. К маслу добавляем сахар, бальзамический уксус, горчицу и смешиваем это все до однородной эмульсии. Заправляем салат, украшаем моцареллой мини и свежим базиликом. Салат готов! Приятного аппетита! Еще больше интересных предложений вы можете найти в мобильном приложении «Мой Спар».